русское кино, и доктор Рихтер — это русский врач, работающий в русской больнице с русским главврачом, с русскими ребятами-помощниками. Это «Большие вести» с жителями Москвы и Московской области. Увидимся через несколько секунд. Здравствуйте, в эфире программа «Вести Кировская область», в студии Денис Александров. Смотрите в этом выпуске. Минувшие выходные дни стали в Кировской области самыми холодными с начала сезона. 4 месяца жители многоэтажки на улице Лепси города Кирова живут без лифта. Подробности аварии в Кирово-Чепецком районе, в которой погибли 4 человека. И сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за автобусами, нарушителями правил. Минувшие выходные стали самыми морозными с начала сезона. Настоящим полюсом